Что ты делаешь? Я в детстве постоянно разбирал часы механические, такие громадные, собирал все, постоянно что-то лазил, старые там телеки, холодильники, постоянно стоком лазил. А потом что-то у меня это, ну, когда разные события начали проходить, тяжелые, критические для страны события, что-то мне интерес. И может, просто так обеднели все, что нихер было даже уже разбирать и собирать. Просто. Все было распродано, разобрано. И уже все по-другому. Ос, Барбарос. Ос, Барбарос. Так. Красота. Ага. Ну что? На педальку давишь, когда тормозная жидкость по штаму шлангу, который цилиндр. Ага. Это просто тормоза обычные от педали. Это ручник был, да. Давит вот на этот цилиндр, вот эти поршни расходятся в разные стороны, да, вот. Фук, и вот прижимаются. Стопорит, вот, да? Сюда вот. Ага. И она начинает тормозить. Ага. А если ручник, то вот как раз то, что мы собирали, вот эту вот приблуду, которой цепляется тросик. Здесь начинает ты ручником из салона рычаг поднимаешь, он вытягивает вот этот тросик, вот отсюда вот вытягивает, вот здесь происходит натяжение, вот сюда вот упирается, и так же получается он... расклинивает его, да, за счет того, что вот здесь вот натягиваешь его, и он раз, и все, и на месте. Я понял. Поэтому полез я вниз. Все, уже засовывает трос? Засовывает трос. Чудо-трос. Я чувствую ребенком себя, я так всегда радовался, когда что-нибудь папанька делает, или друзья, или там дядь, или родные, или братья. Так всегда счастлив был. Счастлив был началу. Не очень часто в середине и ждал, когда все закончится, потому что радости было очень много. Сейчас мне 40 лет, бля, я так же счастлив. Вот точно так же, что 30 лет назад. Держись, братан, держись, чуть-чуть осталось.